Салам алейкум, меня зовут Дишор Джуразода. Я очень счастлив заниматься каждый день любимым делом, любимой работой. Но, вы знаете, мне кажется, самое важное дело – это все-таки семья и отцовство. Я являюсь отцом 4 детей, 4 сыновей. Доро, Парис, Далер и Бэйби Музафар. И мне кажется, самое сложное занятие, самая сложная наука – это семья. Потому что каждая семья – это отдельная наука, отдельная история. И в этой связи, знаете, вот себя найти в жизни – это полдела. Это очень важное дело, но это полдела. Но гораздо сложнее и важнее воспитать правильных детей и, так скажем, правильное наследство. И в этой связи каждый из нас, наверное, должен чувствовать очень важную, большую ответственность по воспитанию детей, по правильному воспитанию детей. И я бы хотел обратить ваше внимание на приложение «Бэбо», которое разработано организацией ЮНИСЕФ. «Бэбо» действительно это такой, можно сказать, карманный педиатр, карманный помощник, каждодневный, значит, ассистент по правильному воспитанию детей. Ведь это действительно очень важно и сложно. Поэтому я бы обратил ваше внимание на это приложение. И я сам им пользуюсь и вам рекомендую. Спасибо.